Детский лагерь «Горный» появился на свет 50 лет назад. Располагается он в 45 километрах от Севастополя на высоте около 400 метров над уровнем моря, в очень живописном месте – каньоне реки Узунджа. Впервые за долгие годы на развитие оздоровительного учреждения были выделены деньги. Много очень сделано. Мы вот с вами прошли. Это и туалет, и это и душ, это и столовая, это и атмосфера вся. Это говорит о том, что здесь есть руководитель, который умеет распределить силы, финансы. Ну, нужно отдать должное, и мы приняли решение. И выделили сколько в этом году? 500 тысяч. 500 тысяч мы выделили для того, чтобы сделать из этого забитого Богом лагеря хотя бы элементарное то, что нужно сделать. Но здесь нужно еще дальше работать. Владимир Яцуба ознакомился с территорией лагеря юбиляра. Под пристальное око председателя госадминистрации попали кухня, столовая, туалеты, ванные комнаты, концертная площадка лагеря. По словам севастопольского градоначальника, нужно приводить в порядок спортивные залы и закупать амуницию для детей. На свое 50-летие Горный не остался без подарков, получив от Владимира Яцубы ценные вещи – мячи, книжки и шахматы. Также в скором времени он пообещал привезти аппаратуру для караоке. Мы этот лагерь будем развивать. Он уникальный тем, что здесь отдыхают и находятся дети-сироты, дети с непростых семей. Поэтому мы должны создать им условия такие, которые бы позволили, во-первых, детям развиваться, во-вторых, воспитываться и понимать, что для них город делает все для того, чтобы их будущая жизнь была подготовлена. Директор лагеря «Горный» Игорь Кураховский приступил к своим обязанностям 14 мая этого года. Но уже сейчас есть изменения в лучшую сторону. Владимир Яцуба поблагодарил Кураховского за проделанную работу. Я думаю, на сегодняшний день не стыдно встречать гостей. У нас есть что показать. Мы показали, куда вложили деньги, которые были выделены городом впервые. Такая сумма. Ну, судя по реакции гостей, все понравилось. Будем продолжать дальше трудиться, развивать этот лагерь. Полина приезжает в лагерь уже 4-й год. Она очень довольна окружающими условиями. Считает, что Горный – это хорошая школа жизни, где всегда можно найти новых друзей. Здесь находишь новых друзей, причем настоящих друзей. И много новых навыков набираешься и как от инструкторов, так и от ребят. Много можно научиться. Учат тому, что можно как научиться жить в городе, так и в лесу спокойно. Не выживать, а именно жить. Празднование полувекового юбилея завершилось концертом. Ребята подготовили спортивно-развлекательную программу, а Владимир Яцуба пообещал навестить Горный в следующем году. Святослав Данилов, Виталий Козловский. Программа «Наше время».